И сегодня же, в День защиты детей, Александр Ус провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Ириной Мирошниковой. Она представила главе региона ежегодный отчет и рассказала об увеличении числа сообщений, связанных с нарушением прав детей. Такая тенденция, прежде всего, объясняется повышением правовой грамотности населения. На встрече также обсудили современные подходы к образованию и обеспечению безопасности юных жителей края. В этой части Александр Ус отметил организацию интерактивных площадок для детей и родителей на прошедшем накануне форуме «Антитеррор». Доклад уполномоченного по правам ребенка будет представлен на сессии Законодательного собрания края. Тематика обращений, которые поступают в наш адрес, она очень сильно изменилась за последние 3 года. И это тоже было предметом обсуждения с Александром Викторовичем. А в настоящее время 1/4 всех обращений, которые поступают в наш адрес, они сигнализируют о нарушении прав детей в семьях, их родителями и другими родственниками, к огромному моему сожалению.